В 22 серии турецкого сериала «Красная комната», который выйдет на экраны Турции 29 января, мы увидим следующее событие. Бонджук всеми силами пыталась подавить свои страхи, но все же они стали всплывать наружу. В результате этого состояние Бонджук значительно ухудшилось. Тогда доктор Ханым решила госпитализировать свою пациентку, только Садык категорически против этого, но Ханым смогла убедить мужчину в том, что только так можно будет вылечить его супругу. Бонджук узнает о том, что ее хотят положить в больницу. В этот момент к ней вновь приходит человек из ее видений и говорит о том, чтобы она расправилась со своими родственниками. Бонджук добавила красный яд в суп, который приготовила. Айша стала рассказывать про свои чувства доктору Ханым, которые она испытывала в тот момент, когда отношения ее матери и дедушки сильно испортились. Когда Кумру пыталась спастись от Явуза, то она на своем пути встретила Хакана, и она признается в том, что Дуру на самом деле дочь Явуза. Любовные чувства между Пирае и Денизом начинают усиливаться. У доктора Ханым появляется новый пациент, и им становится мужчина по имени Сади. Ей сразу сообщают о том, что состояние Сади в последнее время сильно ухудшилось, и ему срочно требуется помощь специалиста. Когда мужчина вошел в кабинет и стал снимать с себя верхнюю одежду, то доктор увидела у него пистолет. А мы напоминаем, что 22-я серия турецкого сериала «Красная комната» выйдет на экраны Турции 29 января. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.